Всех приветствую, продолжаем смотреть на работы художников, скульпторов Джузеппе Чезаре Кавальер де Арпино. Где находится 1601-1603 год, дерево масла 44/32. Джузеппе Чезаре, итальянский художник, представитель римской школы, учился у своего отца Чезаре де Арпино. Живописец работал в Риме, Неаполе, Франции, получил от Людовика XIII звание кавалера ордена Святого Михаила. Создавал фрески, картины, главным образом на религиозные сюжеты. Как и подавляющее большинство произведений старых мастеров, данное не озаглавлено автором. Тем не менее, предполагалось, что зритель однозначно поймет, кто изображен, владея языком атрибутов. Диана, одна из 12 богинь Олимпа, узнается по орудию, дротику или копью, которое держит, ну и, конечно же, охотничьими собаками. Художников всегда привлекала возможность передать красоту человеческого тела, между тем христианская мораль не позволяла выбрать модель из современного общества. Даже в XIX веке разразился скандал, когда Мане представил свою картину «Завтрак на траве» с обнаженной женщиной. Нагота допускалась лишь в изображении Иисуса на кресте, он мог быть в одной набедренной повязке. Когда Микеланджело показал обнаженные фигуры на фреске Сикстинской капели, церковь приняла решение их задрапировать, однако античные языческие персонажи могли быть раздетыми. Притом богиня-охотница суровая и атлетичная, ну, как ее рисуют мифы, которые было принято изображать с обнаженной грудью, в эпоху Возрождения олицетворяла целомудрие. Ну, вот такое описание к работе Джузеппе Чезаре «Диана охотница» 1603 года я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».